начале 20 века в военных лабораториях первого Айсмарта был создан суперсекретный танк, обладавший боевой мощью и сверхоружием, намного опередившим свое время. Для того, чтобы испытать танк и при этом раньше времени не разрушить Европу, он был заброшен в Центральную Африку для порабощения непопавных зусуров. Через некоторое время в целях безопасности все, кто знал о существовании этого проекта, были уничтожены, а танки забыли. Тем не менее, его бесстрашный экипаж в составе командира майора барона фон Швайнскопфа 12-го, наводчика Ганса Шмульке и простых солдат Транкеля и Шранкеля не забыли о своей великой миссии и готовы были до конца выполнить свой долг. В аналах истории этот секретный проект остался под названием «Железный капут». Спать. Без караульного. Ага, я понял.
Херр майор опять поставил танцы секретную боевую сигнализацию. Ага. Никаких больше сигнализаций. Сегодня я заминировал люк обыкновенной боевой гранатой. Шнурке. И теперь, если какой-нибудь глупый зусул только попытается... Что? Продолжение следует...